Станицы Северской благоустроили популярную детскую площадку во дворе многоквартирного дома на улице Запорожской, 62А. Накануне провели обрезку деревьев и кустарников, а сегодня волонтеры Управления по молодежной политике расчистили территорию от листвы и окрасили спортивное и игровое оборудование. Расходные материалы и краску приобрел депутат районного совета Денис Бирюков. Профинансировал он и частичную замену игрового оборудования на новое и безопасное, лично приняв участие в его установке. С момента основания несколько десятков лет назад эта площадка до сих пор остается популярным местом не только для жителей конкретного дома, но и детворы из соседних многоэтажек.